до этого так было. И до этого так было. Это дом, потому что базар рядом, магазины вот рядом, вот тут магазины. И все сюда ставят. Да и так участников у себя вот. Если тут 214 квартир, наверное, 200 машин. Двор дома 53 по улице Дорожной всегда был оживленным. Сказывается близость центрального рынка. Одно время перегораживали сквозной проезд, но такие меры не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Пришлось ограждение убрать. Но если раньше пройти пешеходу было сложно, то с конца прошлой недели стало практически невозможным. Виной такому оживленному движению внутри двора стала вот эта канава. Через проезжую часть по улице Дорожной прокладывается теплотрасса. Все работы согласованы с администрацией, госавтоинспекцией и Башавтотрансом. Но то, что поток машин хлынет во двор, никто не предусмотрел. Пешеходам приходится брать наглостью. Я прохожу спокойно, потому что знаю, что пешеход всегда прав. И машины подождут, потому что они ездят не по главной улице, когда очень много. У нас еще здесь перекрыли дорогу, проезд, но все сломали и продолжают ездить. Очень плохо, конечно. Пока мы разговаривали с девушкой, мимо проехал микроавтобус с номером маршрута 101С. Такое явление здесь частое, как говорят местные жители. Что делают автобусы во дворе? За пояснением мы обратились в Башавтотранс, но там нас заверили, что их водители так поступить не могли. Тахографы установлены, маршруты записываются, а за коллег-частников они не в ответе, как, впрочем, и все остальные структуры. К тому же добавили, что их самих эти работы не устраивают. Обещали управиться за 3 дня, а сейчас заявляют, что работа закончится только 1 ноября. Наталья Бурова, Денис Кузнецов. Информационная программа «Время новостей».